Здарова всем, ребятки, Кента пока на проводе, и прямо сегодня будет ваша любимая рубрика под названием «Путь до Глобала». И прямо сегодня в этой рубрике мы попробуем выбить АВМ Treasure Hunter, потому что мне мой подписчик прямо сейчас расскажет о секретном способе. Интер, рассказывай. Всем привет, ребят, и значит, я вам сейчас всем расскажу, как выбить АВП Treasure Hunter в матче. Давай, братанчик. Мой знакомый заходит в ММ на Западную Европу. Так. Кикает своих двоих тиммейтов. Так. И после катки он выбил АВП Treasure Hunter. Так, ребят, это немножко подозрительно. Но если это кажется неправдой, то тогда я возьму черенок от лопаты и засуну кое-куда интеру. Ну что же, поехали. Если ты хочешь получить FAMAS Monster, то, пожалуйста, прямо сейчас поставь лайк, напиши комментарий со своим ID и, самое главное, смотри это видео без перемоток. Я найду одного победителя и вручу ему приз. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Ну что ж, дорогие друзья, мы начинаем нашу игру. Буквально к третьему раунду мы только смогли кикнуть двоих тиммейтов. Ну что же, пожелайте нам удачи. Интер, ты готов к победе? Только победа, конечно, только готов, вперед. Братанчик. Давай, братанчик, а подождите. Это А будет. А почему все на А пошли? А, понимаю, все просто взяли и бросили план Б. Ну, все кроме меня! Ёханый бабай! У меня 5 хп. Ух, одного убил. Ребят, осталось 2 в 2. А как? Это, быстрей на. Давай, быстрей на. Кто последний, то тухлое яйцо. Полетели. Давай, я обхожу снизу, ты слева обходи. У меня 5 хп, по-моему, поэтому я только на дефе играю. Один на спине будет, сразу говорю. Я знаю, тише. Так. Где он? В апартах. Давай. Тише, я вижу одного. Дефусь, убил двоих. Хорош. Да ты что, красота. Да, взяли раунд, просто красавчики. Так, ну что, мужики, пока что все хорошо, начинаем камбэчить, счет 3-1, и я просто вами чертовски горжусь. Ё-моё! Опа, вот это да! Это был просто, не знаю, какой-то лютейший килл в моем исполнении. Так, мужики, давай! Минус 2. Хорош. Вот это, понимаю, кентуха в ударе. Давайте минус 3. Минус 3! Вот так вот, детки, учитесь. У них в доме авапер. Тише, у меня бомба. Мне все равно, кто там авапер. Красавчик, банщик, ну просто мой парень, люблю тебя, мо! Чпокнул банщика по-быстрому, пока никто не видел. Так, ну что ж, дорогие друзья, продолжаем дальше нашу битву. Так, Интер. Прямо сейчас. Да. Расскажи мне, почему капитан клана Киборги играет хуже, чем Кента ПК? В чем ваш секрет? Секрет в секретных ингредиентах. Ладно, все, полетели. Как обычно, все пошли на план А, но зачем на план Б ходить, правильно? Правильно. Домой! Первый пошел. Вот так вот, ребят, учитесь, пока папочка жил. Погнали на Б. Погнали, конечно, на Б! Ой-ой-ой! Минус 2. Одного на Б убил. Это быстрее А? Побежали. Побежали, быстрее. 2 в 2 остались, 2 в 2. Красавчики. Кишка один. Что такое кишка, не знаю. Брат, у меня кишка только прямая! Вот кишка. Забрали, красавчик. Так, погнали. Давай. Он идет. Давай, дефусь! Дефусь! Давай, дефьюжу. Прикрой меня. Давай. Да это будет жесткий ор. Все, давай. Красавчики. Первый пошел. Ух, почти минус два. Там лоу хэповый. Прикройте меня. Да откуда у них сколько флешек? Ну, надоели уже. Кишка. Какая кишка, блин? Убил. А где бомба, алло? Она на Б вообще-то. На Б? А что мы делаем? На... Вот это я ру. Так, пацаны, быстро. Фартук, масло, оливье. Невидимый. Нифига себе, сказал я себе. Бежим. Братан, время не ждет. Побежали. Ага, я пол. Мне фиаско! Домой. Пока. А, я от гранаты умер. Ну, вот так вот, ребят, делать не надо. Ребятки, кстати, есть хорошие новости, то что их четверо, их вначале было пятеро, теперь их четверо. Поэтому, ну, более-менее у нас есть шансы. Я, короче, беру П-350, и мы идем на план Б. Почему? Давайте на уверенности просто залетаем и забираем план Б. Мы сможем это сделать, я верю в вас, верю в нас, верю в себя. Почему? За ВМ, Treasure Hunter. Давайте. Спина один. Спина один? Давайте быстрее в план. Я сейчас спину заберу. Ставь бомбу.
Давай домой! А, не, не заберу. Там их с двух сторон обошли. Ты что там ему делал? Так, нормально, слушай. Мы 3 в 3 играем уже, прикиньте, почтены, 3 в 3 играем. Обалдеть, не устать. Я понял. Значит, наши шансы уравнялись, и мы даже начинаем камбэчить. 3 в 3 остались, должны просто на уверенности взять и забрать. Никого нету. Ну, значит, папочка плентит бамбу, правильно? Кт-кт, убил. Хорош! Просто как лежачих. Лучший. Счет 7-6. Мы все равно побеждаем. Преимущество нашей стране. Мужики, помните. Главное правило всех мужиков. Предохраняйтесь. Ой, главное правило всех мужиков. Только вперед. И ни шагу назад. Погнали, пацаны. Планета. Поехали. Так. Кто на Б, тот нубгалимый. Погнали. Красавчик. Минус 3 уже дал. Давай. Хелпу. Он в спине будет, мне кажется. Давайте. Да, в спине. Я его заберу. Ставь бамбу. Я не могу, он сверху надо мной. Да ставь бамбу! Да подожди, ты ставь бомбой! Минус 20 минут! Нифига, вот ты меня прикрываешь! Где он? Слева! А-а-а! Спрыгнул! Да, просто 8-6! Фух, красавчики! Так, почтенные, все нормально, не переживайте, один раунд, так сказать, дали мне большую фору. Все, поехали, собрались, пацаны, хэштег слово яйцам, поехали, последний решающий раунд, мы должны его закрыть. Конечно же, план Б, пацаны, мы же не нубы галимы, чтобы ходить на планета. Поехали. По гранатке кидаем в Тёмку. Окей. Полетели. И в пленту. В пленту, я никого не вижу. Все, проходим через лонг. И аккуратнее чекайте спину. Поехали. Тише, есть тут. В Тёмке. Ё-моё, я своей же флешкой себя ослепил. Так, я жив? Да, я жив. Я в плент, ту. А, где все? Чего? Ну что же, мужики, прямо сейчас все решится. Счет 9-8, и мы должны это сделать. Мы должны показать красивую, достойную игру. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. И прямо сейчас, мужики, поехали. Я верю в вас. Давайте. Давайте плента пойдем. Плента. У меня чуйка. Плента. А в партах никого. Слушай, тут вообще никого нет. Тише, я дымщик кину, подожди. А, я фул флэш! Где они? В пункту много. Оттянемся на план Б. Погнали. Это будет обманочка. На план Б оттянемся, брат. Отходи. На план Б. Да тут чел! Забрал. Минус 81 один. На. Быстрее, убегай. Давай. Счет 8-9, нам проигрывать нельзя ни в какую. Да как? Давай, один чел, 20 хп, ты один. Чех, трофли, я уже минус 2 сделал, это и так невозможно для Кента ПК. А где они? Тут будет, да, скорее всего? Не знаю. 1-20 хп. Справа! Где именно? В ребрах. А! Хорош! Тише. Ты калаш выкинул! Я калаш выкинул! Домой! Что? Да что? Ну! Что? А как? Я почти минус 4 сделал! Это была красивая игра! Да я ненавижу минус 28, но я же в голову попал, пацаны. 9-9 вы рофлите? Не, мужики, уже шутки шутками, но вот это уже предел всех границ. Аккуратнее, чтобы в спину не зашли. Убил. Хорош, ферст дал, красава. Давай, я с тобой иду. Давайте быстрее заходите. 3, 2. Да подожди, 1, куда заходить, алло, мы ничего не видим. Плент на Б, быстрей. Плент. Тише. Все закрыто. Спину. Скорее всего, спина будет. Все, по позициям. Вкрытую играем. Закрытую. Ну, в закрытую. Тише. В закрытую играем. В Тёмке. Забрали! Красавчики! Победа! Давай, пятюня. Лучше мы это сделали. Просто красота. Конечно, я отыграл не очень хорошо, но я считаю, в принципе, неплохо. Так. И что я получил? Давайте, ребят, хэштег Трэшер Хантер, и... Давай, Интер, иначе черенога от лопаты будет у тебя в попе, давай! И... Так, 1300 опыта, это очень хорошо. 1500. Я получил 20 монет, так, 25? И... 25? Трэшер Хантер. Где Трэшер Хантер и Интер? Ах ты маленькая какашка! Чувак, где Трэшер Хантер? Короче, ребят... Ну, ты невезучий. Короче, ребят, миф опровержен и Интер признан школьником года. Но вы, можно подписчики, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был Кентуха, всем удачи, всем пока.